Недавно я заказала себе проектную сумочку для вязальных проектов каких-то. И заказала ее у Светланы. Канал на Ютубе «Связано спицами Светлана». В Инстаграм svknit. Вот такую сумочку я получила. Сумочка замечательная. Обратите внимание, сумочка стоит. Даже без... В ней нет внутри проекта. Замочек. Отлично открывается. Внутри тоже на вязальную тему подкладка. Кармашки. Кармашки для того, что вам необходимо, например, положить, вот как у меня лежит здесь сантиметр теперь. Можно спицы положить, круговые. Сейчас я покажу пониже. Так. Доброго времени суток всем, кто заглянул на мой канал. Смотрю в окошко. Листочки на дереве танцуют, ветер идет. В общем, у нас вот такая осень. Уже совсем-совсем деревья. Вот ветер дунет, и листочки потеряют. И, кстати, не везде. Вон там дерево стоит еще. Листья держатся на нем. Ну, вот и погода такая хорошая, солнечная. Но уже такой ветер холодный. Потому что в Прельбрусье сошел, ну, упал снег. Я забыла слова, неделю ничего не снимаю. Я забыла слова, я забыла, как разговаривать. Снег, в общем, упал, сразу почувствовалось, что холодный ветер. Хоть солнце светит, но уже не греет. Так, дети у нас на каникулах. Еще на неделю продлили. Ну, думаю, что это не предел. Потому что ничего не заканчивается. Все продолжается. Посмотрим, что будет дальше. Ну, вот так я с вами поздоровалась. Хочу показать продвижение по платку. Потому что по другим продвижениям у меня пока ничего нет. Только по платочку. Так, машина мимо едет. Жизнь идет, кому-то что-то привезли. Вот. Что, вяжу и распускаю. Вяжу и распускаю. Жду пряжу. Будет у меня теперь альпака с подмотом. В общем, я потом все покажу. Ну, а пока хорошего вам настроения, хорошей погоды и немножко моих радостей. Еще я получила посылочку от Светланы. Связано спицами Светлана, я получила сумочку красивую. И от Ани получила заколочки. Ну, это был заказ. Так что сейчас все покажу. Смотрим. Кому интересно, конечно. Так, продолжаю снимать. Это коробочка, посылочка от Светланы. Я ее распаковала, убрала уже верхнюю часть. Ну, в общем-то, здесь было в посылке две коробочки. Одна... Ну, одна не в тему. А вот это именно то, что нужно. Так, Света начала вязать. Что со мной сегодня? Шить сумочки. Проектные сумочки. И очень-очень красивые. Я смотрела, наблюдала. Но потом все-таки решила себе тоже проектную сумочку заказать. Но она у меня особенная. Не такая, как у всех. Вот в такой коробочке. Пришла сумочка, хорошая коробочка, аккуратненькая такая. И вот она, сумочка. Вот, совушки. Света знает, что совушки, ну, это как бы, как вам сказать, я сова по... Ну, в общем, ложусь поздно спать и встаю поздно тоже. И совушки мои, птички такие вот по жизни. Поэтому Светочка нашла ткань такую и сшила мне, ну, то, что нужно. Сумочку, как говорится, то, что нужно. Вот она, совушка. Вот, сейчас я покажу, какая сумочка внутри. Сама не видела, а вам покажу и вместе с вами посмотрю. За неимением коляски под рукой, она у меня в подвале, это надо идти доставать.
И каждый раз, когда я выхожу на улицу, мы коляску достаем, потом обратно ставим. Вот, не стала я доставать, но я сейчас покажу вам, как это будет выглядеть. Сумочка на коляске. И здесь у любой коляски есть... Так, там телевизор мешает. У любой коляски здесь есть ручка. Вот эта ручка на ручку коляски одевается. И вторая ручка тоже типа на ручку коляски одевается. Вот, и в результате получается, что сумочка будет висеть. Ой, извините, я уронила что-то. Значит, сумочка будет висеть сзади коляски. Я буду ехать. Где-то остановилась, вытащила, вынула оттуда то, что я вижу, посидела, отдохнула. Также можно туда положить и штатив, ну, палку, селфи-палку. И телефон можно положить. И самое главное, что сумочка будет висеть, держаться на коляске. И здесь замочек. Замочек закрыто, все, ничего не видно. Вот здорово просто. То, что нужно. Можно положить вязальный проект какой-то. И мелочи, которые можно с собой взять в дорогу, если я поеду на прогулку. Ну вот, такая радость у меня. Сумочка классная. Еще и с двумя ручками. Света шьет одну ручку, ну вот для меня по заказу сделала две ручки. Классно получилось. Спасибо, Светочка, огромное-огромное спасибо. Но это еще не все. Я ее показываю сейчас на стуле и покажу внутри, как она выглядит. Вот, устроилась я на своем рабочем месте и наконец могу показать сумочку, вот как она есть. Так, вот так, чтобы видно было. Совушки, что мне очень нравится. Когда я открыла коробку, увидела, что это совушки, ну, сказать, что удивление, нет, не то чтобы удивление, но приятно, приятное вот такое вот чувство, что Света знает, что мне нужно. Знает именно меня. Ну, слов нет высказать. Вот почему она знает. Она наблюдательная, очень наблюдательная. Светочка. Ну, мы разговаривали, конечно, о том, что совушки там, кто спит, кто не спит. Вот все это Света помнит, все это знает. И когда она готовит какой-то подарок, или даже вот как я заказала сумочку, и Света говорит, будешь смотреть? Я говорю, нет, пусть будет сюрприз. Она говорит, я тоже подумала, что пусть будет сюрприз. Поэтому, когда я увидела, действительно, это был сюрприз. И очень даже приятный. Очень-очень приятный. Так, открываю. Ну, про две ручки я уже вам рассказала, показала, для чего это. Это только на моей сумочке. На других проектных сумочках у Светы нет таких ручек. Это мой заказ. Замочек классный, легкий такой. И вот оно, то, что я хотела. Это же класс. Я увидела у Светы, она говорит, у меня ткань лицевая гладь. И я так подумала, ну, хорошо бы мне, конечно, лицевую гладь, но, ну, ладно уже, что Света сошьет, то и будет. Но когда я открыла, я увидела, что это лицевая гладь. Совушки, лицевая гладь. В общем, настроение мое все больше и больше поднимается. Внутри. Так, что, как показать? Что происходит внутри? Внутри тоже совушки. Кармашки с совушками. Так, видно. Кармашки с совушками. Так, вот здесь что? Здесь тоже совушки. Так, темно, что ли, у меня? Высоко, наверное, слишком. Совушки, маркеры совушки. Это будут самые любимые мои маркеры. Я сейчас их повешу на платок. Они у меня там будут. Так, покажу дальше. Дальше. Еще один кармашек, и в нем что-то есть. В кармашке. Второй кармашек, что-то есть. Что-то есть. Первый раз вижу такую коробочку.
И я вижу, что это то. Ну вот еще одно подтверждение того, что Света очень внимательный человек. У меня сантиметровые ленты, они очень уже старые, старые, древние. Буквально на днях, когда как раз готовилась, Света готовила к отправке сумочку, я подумала, ну, это не потому, что я хотела ее попросить. Нет, ни в коем случае. Я просто подумала, пора мне поменять уже сантиметровую ленту, потому что девочки измеряют, и так это удобно в коробочке сантиметровая лента. И вот она у меня. Вот она у меня теперь новая лента. В общем, сумочка с сюрпризом. Короче, надо достать ее и... Ой, спасибо, Свет. Спасибо, ты очень внимательный человек. Очень добрый. Так, я вот щупаю в кармашке все. Здесь, значит, да, ты добрый, чуткий, внимательный человек. Я тебе уже об этом говорила и еще буду 100 раз повторять. Именно такой человечек, Света. Так, сумочка внутри. Так, пониже опущу. Вот, как я уже показывала, один кармашек, куда можно положить и круговые спицы, и обычные спицы. И второй кармашек, куда можно мелочи какие-то положить. А здесь... Здесь так, прихвачено. Или можно спицы положить... Можно положить длинные спицы, чулочные. По-моему, вот, вот здесь можно чулочные еще спицы положить. В общем, кармашков море. И все продумано замечательно. Сумочка классная, я же говорю, что я могу поехать с ней куда-то и положить сюда все, что угодно, и проект тоже какой-то свой. Вот. Очень-очень нравится цвет. Вот это мой самый любимый голубой, любимые совушки. Ну, что еще надо? Вот это вот внизу отшито тоже, чтобы стояла сумочка. Стоит, девочки, стоит. А с проектом тем более будет стоять. В общем, Светочка, огромное тебе спасибо. Шикарная сумочка. И моя массажистка, когда пришла массаж мне делать, она посмотрела и сказала, хочу сову, хочу такую сумочку. Ну, об этом мы потом поговорим. Вот, со Светой. И, возможно, после Нового года уже мы опять повторим заказы. Так что сумочки классные у Светочки. Заходите на канал, если кому-то хочется такую сумочку. Заходите к Свете на канал. Связано с спицами Светланы. Или SVKnit в Инстаграм. Там можно у нее заказать. Я сейчас попробую. Так, вот. И, открывать я не умею даже сантиметром пользоваться. Ну вот, вот. Сейчас я размеры вам скажу. Так. Здесь примерно, да, 31-32 сантиметра сумочка. И вот так. Не буду я ее раскладывать, вот как она есть. Так, здесь я немножко слепая. 25. Очень такая. Она небольшая, но она и не маленькая. Она не высокая, она и не низкая. Очень хорошая сумочка, классная. Ух ты. Так, девочки, играюсь, потому что первый раз у меня такая штучка. Нажала на кнопочку, все. И сейчас положу обратно в сумочку, пусть там и лежит. Пригодится. Спасибо, Свет, за все, за то, что ты продумала, за сумочку. Радости много. Говорить могу бесконечно. Девочки, вы меня знаете. Я иногда болтушка. Вот, это насчет сумочки. Теперь... Еще у меня был небольшой подарок самой себе. Вот такой пакетик я получила. И в этом пакетике вот такая красота. Это уже от Ани Полозняк. Канал ее Анна Полозняк. Я вяжу шали, я люблю вязать шали, палантины. Но также можно связать и кардиган. И вот эти штучки,
Мне очень понравились. У Ани, кстати, еще есть. Если вам нужно, проходите. Совершенно недорого стоит. У Ани это вообще такая цена хорошая. Поэтому я взяла две штучки. Одну вот такую темненькую. Так, ниже надо опустить, наверное, чтобы виднее было. Вот такая заколочка темненькая и светленькая. Вот. Я пока не знаю. Я подумала их на подарок. Кому я вяжу шали, я думаю, подарю, пускай носят тоже. Красиво, чтобы было. Ну вот, пока они у меня живут. Так что, и Анюта, спасибо тебе большое за возможность купить очень недорого вот такие вещи. Так что заходите на канал Канюти, посмотрите в Инстаграм. У нее все сфотографировано. Что есть в наличии, она вам покажет. Если нужно, выбирайте. Еще раз говорю, недорого. Совершенно недорого по сегодняшним ценам. Абсолютно по деньгам. Вот. Ну и теперь покажу то, что я связала, наверное. Я не знаю, как, в каком порядке я все это размещу. Сначала то, что связала, потом подарки. Нет, наверное, подарки лучше. Да. Ну вот, теперь покажу я платок. Сколько я его связала. Так, достала свою коробочку, которая вот проектная, которая вот у меня сейчас под руками постоянно. Это пряжа альпака, как вы помните. Я жду компаньона к ней. И, кстати, он уже здесь, должны принести с почты. Так, следующий — это мамин кардиган. Сейчас показывать не буду, потому что у меня платок на очередь. Просто уже стыдно показывать, потому что я его вяжу очень давно. И вот он, платочек. Он у меня продвинулся. Здесь у меня маркеры в Людиной коробочке. Людочка мне тоже коробочку подарила с совушками, с пряжей. Здесь у меня маркеры. Так. Вот эти все маркеры я использую для платка. Вот ровно столько, сколько здесь есть, я их посчитаю и скажу. Иногда нужны все. Так, здесь еще у меня счетчик рядов обязательно, чтобы не запутаться. Так. С наконечниками, чтобы не спустилось. Если спустится, будет беда. Ну, бобинка. Отложим коробочку. Бобинку отставим. И вот я покажу, сколько я провязала. В прошлый раз я показывала, у меня было вот здесь бисер. Ввязывала первый раз. Ну, в смысле, в этом платочке. Это был первый бисер. Будет дальше больше. Так, вот здесь бисер. И отсюда я вот столько провязала. Если бы я вязала каждый день, конечно, я бы больше провязала. Но у меня, ну, не получается вязать каждый день. Не получается физически. Времени вроде бы много, но у меня еще есть Маша, которая требует моего внимания постоянно. Очень любит смотреть со мной мультики. Она приходит и говорит: давай смотреть собаку. Она говорит: Абака. Все, включаем на планшете или на телефоне. Я должна держать. Маша ложится на меня как на кресло, располагается. То есть у меня обе руки заняты, я никак не могу вязать одновременно и показывать Маше мультики какие-то. Ну вот, ей очень нравится смотреть, как собачки там лают, коровки мычат и так далее. Так что времени не так уж и много. Вот платок. И вот эти крупные дырочки — это горох. И на каждую крупную дырочку мне надо поставить маркер. Вот иногда их бывает очень много, иногда не очень много маркеров нужно. Но обязательно вот здесь, например, маркер нужно поставить. Вот, а вот здесь он не нужен. Вот здесь поставить, вот здесь не нужен. И, ну, обязательно поставить, чтобы не пропустить с изнаночной стороны накид и две лицевые. А здесь не нужно, здесь только один накид в лицевом ряду. В изнаночном просто лицевыми провязывается. И опять вот здесь вот накид, две лицевые в изнаночном ряду. И чтобы не запутаться, чтобы узор получился, нужно обязательно маркеры поставить. Отметить, в каком месте делать вот этот самый накид. Ну вот. Вроде как все, что хотела показать,
что смогла показать. Вот такие, вот такой узор. Главное, мне сейчас я не очень вижу правильно. Где-то, может быть, я перепутала. Но на данный момент я смотрю, вроде бы все получается. Этот узор растянется, видите? Вот так. И будет лучше видно. Сейчас просто вот все. Все в таком плане. Это альпака на шелке. Я думаю, что она хорошо заблокируется, растянется. Все будет хорошо. Вот все, что я могла вам показать, связать, показать. Больше нечем мне похвалиться. Сейчас буду продолжать вязать платок, потому что в доме тихо. Дети уехали в гости. Надо повязать, пока никого нет. Спасибо вам за внимание, за то, что досмотрели до конца. Я очень рада каждому вашему комментарию. То, что заходите, смотрите, пишите какие-то свои советы, отзывы. Спасибо вам огромное. Обратная связь – это очень-очень важно. Спасибо, что вы у меня есть. Итак, всем до новых встреч. Берегите себя, берегите своих близких. Пока-пока. עלולים להיות מקור לשרשרת הדבקה. הקפידו להשתמש בטישו או במגבונים. והכי חשוב, לרחוץ ידיים. עוצרים את שרשרת ההדבקה. יחד ננצח את נגיף קורונה. Все-таки посчитала маркеры. 42 маркера мне нужно, чтобы отмечать, где есть горох. Вот так.